Добрый день, дорогие зрители. Сейчас самое начало апреля, и нас радуют вот такие вот цветочки. Это растение называется гиацинт. У него большая цветовая гамма. Здесь вот у нас представлены белые, розовые цветочки. Само растение небольшое. Это где-то 10-15 сантиметров от корня. И вот такой вот бутончик из мелких цветочков. Где-то 5-7 сантиметров и ширину где-то сантиметра 4. Также вот беленькие. Изумительный запах, пахнет прям медом. Такие вот первые цветочки. Сделаю фотографии красивые всем любителям цветов. Поставлю. Такие цветочки. Запах, конечно, не передашь. Но все равно вот такие вот цветы. Первые весенние цветы. Еще толком травы-то не зашел. А цветочки растут. Вот такие вот цветы. Очень красивые, изумительно пахнущие. Первые весенние цветы. Пахнут очень хорошо. Такие вот листики у них. Стеблячек.